Доброе утро всем. Мы в Добрыне. Доброе утро всем. Доброе. Ребята, хотим показать вам замечательный завтрак. Посмотрите, какая красота. Не то, что в прошлом отеле. Здесь только две сосисочки. Это я выбрала. Каждый на выбор выбирает. Макарошки с маслицем. Соус. За соус никто 30 рублей не просит. Яичко. Посмотрите, какие аппетитные пончики. Блин. Вкуснятина. Хлебушек. У Тимурчика каша, как он выбрал. Мама, яйцо. Да. Приятного аппетита, Тимурчик. Пончики говяжьи. Приятно. Вот так возле отеля. Прям мы сразу зашли здесь. И, ну, отель возле реки, горная речка, так классно, шумит, обалденно вообще. Снег начинает. Снег такой начинает идти, ну, кайф, короче, не уменьшается. Классно вообще, обалденно. Вы посмотрите, какая красота. Смотрите, вообще просто прелесть. Обалдеть. Пошел, я так хотела снега, я просто Тимурчику сказала, я говорю, хочу, чтобы была баня, снег. Вот. Что-то там еще. А, бассейн, теплая вода. Заказала. И все, короче, случилось. Представляете? Вот, короче, есть такие люди, которые исполняют желания. Я не знаю, где они там, на небе где-то. Или где. Ну, короче, вообще круто. Обалденно. Смотрите, вообще четко. Фантастически просто. Снег идет. Теплая вода. Сейчас мы съездим до Гуамского ущелья и будем плавать. До 11 часов все работает. Все работает. Представляете, как классно? Вот надо куда ехать. Вот надо ехать отдыхать здесь, в Добрыне. Просто классно. Какая красота! Да, маникюр делает Тимурчик тут. Все ему не имется. Ногти, говорит, надо делать. Это... Надо быть красивым в Гуамском ущелье. Обязательно. Когти нельзя. Распускать. Мост такой классный. Смотрите, какие елочки. Как это все сказочно. Что-то. Гуамка. Вот тут у нас Тимурчик рыбу выбирает. Таримся, ребята, форелью. Сыр адыгейский, но мы взяли в Каменномосском уже. Ну вот, очень вкусно, горячее копчение. Ну, по крайней мере, дорадо уже пробовали, форель нет. Дорадо мы сейчас вкусно. Рыбку тут забрали. Да. И тут забрали вот эту форельку. Всякие сыры. Тельком будет форель. Не, ну тут очень много морская. Всего вкусного, конечно. Я бы тут много чего взяла. Вот, смотри, грузди соленые. Почем бочонок трехлитровый грузди? 3000. 3000 грузди. Ну, в принципе, это, блин, 3 литра. Хорошие, мясистые грузди. Я считаю, что это деликатес. Это со сметаной? Маленькие баночки, на 6 тысяч. Короче, находится вот сразу как парковка тут. Подъезжаем, вот такая лавка тут. И рядом рельсы, где ездит паровоз. Говорю, мы бери и рыбу, и пиццу. Все бери. Пойдем сейчас. Все, кайфовать. Все, всего все, бери, побольше, все, побольше. Все, и побольше, и побольше. Сосиски будешь, буду. Котлеты, да. Все бери, и побольше, побольше. Поняли, как два пса обнуто. Доставай, давай. Пошли уже кайфовать, короче. Будем сейчас на бассейне сидеть. Все покажем. Ой-ой-ой. Тимурчик тут сидит. Я уже не удержался, я не могу. Я ее разделаю, не могу какая уже. Какая рыбка горячего копчения, форелька. Вообще. Вот так вот мы, друзья, сели здесь. У нас вот такой вид. Смотри, детка. Из окна. Давай, покажем. Горячего копчения, кожица. Да я знаю, слегка. Я тоже хочу. Дай-ка я кусочек. Конечно, возьму. Ой. Возьмите все, хватит вам, да? Это все мое. Он, короче... Как я хребты вот эти люблю, только это целая рыба. Вообще. Вкусная же, да? Вкусная, дед. Это тут у него пивко Добрыня местная. Так. Теперь... Вот. И вот снег идет. Так классно из окна. Вообще бесподобно. И еще какая рыбка? Ну-ка, дай, покажи нам еще кусман. Ну, форель тоже, только морская, большая. Это... Но это с дымком. Это холодное копчение, только с дымком. Угу. Такая вот.
Кусьма. Блин, ну, как бы нормально, 500 рублей. Вот, 600 вот этот? 600. А вот эта рыбина на сколько? На 700 вышла, да? 730, по-моему. И дорадо мы еще взяли. Да. Уже тут можно так в тепле посидеть, в сауну пошел, тут же поискупался. Вообще, ну, в ресторане мы вчера посидели, 2 чем-то рубля. Вот сейчас круче, чем в ресторане, вот эти вещи, деликатесы тут, ну, блин, меньше, чем на 2 рубля. 1900, да, там ты отдал? Ах, как вкусненько! Ну что, приступаем? Давай, все, приятного. Так. Вот он, Цезарь. Цезарь вот такой вот. Принесли Цезарь. Вон там Тимурчик сидит. Тимурчик. Что себе там наперчил? Тимурчик заказал себе суп-лапшу. Я хочу. Вкусненько? Да. Спасибо. И сейчас мы еще закажем. Он тут коньячка, да, ты себе взял? Да. Закажем еще сейчас сковородочку. Точнее, заказали уже шкварчащую. Да, сейчас тоже покажу. Шкварчит. Так вот, елочки стоят такие вот тут. Шкварчит, мучик, у тебя сковородочка. Да. Ну, сковородочка классная, но Цезарь у меня вообще огромнючий, просто вот. Я даже не знаю. Можно тарелочку тоже попить? Да, да, плоскую тарелочку. Что, приятного аппетита? Приятного. С новогодними аппетита. Праздниками? Да. Чудо. Да. Да. Как дома? Натушишь мясо с картошечком. Помидорчик. Слушай, оцени, Цезарь, я вот так хочу. Не, ну так быстренько. Быстренько, что так готовишь? Все уже готово, я говорю, быстренько так готовишь. Накидали. Ну, я понял, да. Тимурчик, я хочу, чтобы ты Цезарь заценил. Слышишь? Я заценю. Мне очень надо, потому что ты у нас знаток соусов и всего такого. Скажет нам знаток. Ну, заправка цезаринная, да. Ну да, да, соус, да, такой неголимый. Цезаревская, да. Да. Курочка не с бедра там, когда иногда добавляют. Филешка. Но все равно она нежненькая, да, такая? Не да. Жесткая, ничего. Не вчерашняя, короче. Сейчас снизу соуса достану. Ну, как Цезарь, да. Легенький должен быть. Много листьев салата, ароматный соус, нежная курица. Ну, если по 5-бальной шкале, ну, 4 с плюсом. 4 с плюсом, да? Потому что есть крутые. Есть крутые. У Юрца есть крутые. Да, да. С этим точно не поспоришь. Ну, все тогда. 4 с плюсом. Ну, в общем, ела я, друзья, и... Ну, вот что осталось от салата. И вот что от сковородочки у Тимура осталось. Ну, это я ему еще... От салата остался салат. От салата остался салат. От этого осталось, ну, я ему помогла, ну, такие порции, что, ну, нормальному человеку, который не обжирается, очень сложно это скушать.